Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови, ви правильно здогадались, звичайно, діти. І сьогодні у нас в студії гість старший оперуповноважений в особливо важливих справах сектору кримінальної міліції у справах дітей ОМВС України Миколаївської області Сергій Демідов. Сергей Александрович, благодарю вас, что вы оторвались от важных дел и приехали к нам в студию сегодня в такой радостный день, потому что сегодня прозвенел в школах последний звонок. Друзья мои, мы вас от души поздравляем, всех, кто учился в школе, всех, кто работал в школе, конечно, родителей, мы всех поздравляем с окончанием учебного года. А что впереди? Впереди лето. Но для того, чтобы провести это лето хорошо, нужно к нему подготовиться не только в материальном плане, но еще и в моральном, еще и в юридическом. Правильно, Сергей Александрович? И именно ваша служба, у вас такая сложная служба, особо важные дела. Вы такой скромный человек, но занимаетесь такими важными и такими большими делами, как предотвращение детской преступности. Правильно? Да, в каждой работе есть свои важные дела. Вот, по вопросам детей, скажем, у меня тоже важные дела имеются. Безусловно, хотел бы поздравить всех родителей в первую очередь, а также выпускников и детей, которые еще продолжают учиться в учебных заведениях, но прозвенел последний звонок и как бы закончилось занятие. Наступает самый благоприятный момент для детей – это летние каникулы, которые будут длиться практически 3 месяца. Хотелось бы, конечно, сказать, что помимо поздравлений, что действительно лето – это период не только отдыха, но и, скажем так, различных возможных неприятностей, которые сопутствуют в процессе, скажем так, этого отдыха. И когда дети, закончив школу, находятся дома, родители еще продолжают как бы работать, и отпуск имеют только месяц, или же, допустим, этот отпуск уже был зимой или еще не наступил, то, соответственно, дети предоставлены сами себе. И занимается воспитанием в таком случае детей улица в первую очередь. Да, улица хорошему не научит, мы это знаем. Улица хорошему, конечно, не научит. Поэтому хотелось бы обратиться к родителям для того, чтобы они все-таки обратили внимание на времяпрепровождение своих детей, хорошенько продумать, чем заниматься будут их дети. Может быть, действительно есть возможность или необходимость отправить ребенка на отдых в детский оздоровительный лагерь, где ребенок будет под присмотром. Но не всем или это же, по карману. Да, или же отправить к дедушке, бабушке в деревню для того, чтобы подышать свежим воздухом. Также хотелось бы, конечно, обратиться и ко взрослым лицам, взрослым людям, которые, скажем так, и осуществляют реализацию там и алкогольных, и табачных изделий, и других лиц, которые могут, скажем так, влиять на эту ситуацию в детской среде, потому что, как говорится, запретный плод сладок, и когда ребенок предоставлен сам себе, он может, скажем так, попасть в неприятную ситуацию, и которая связана в том числе и с употреблением алкоголя и так далее и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день очень остро стоит вопрос детского пьянства, и я думаю, мы дальше поговорим на эту тему. Хотелось бы обратиться к предпринимателям и реализаторам, которые осуществляют реализацию данной продукции, обратиться, скажем так, до их правосведомости, потому что ребенок всегда хочет попробовать то, что запрещено.
А взрослые люди могут влиять на эту ситуацию и, соответственно, продавать или не продавать эти изделия. Поэтому, если человек является правосведомым, так, и то он просто не продаст этому ребенку данное изделие. И, не продаст, говоря попросту, не продаст алкогольный какой-нибудь напиток или сигареты, правильно? Или сигареты, да. А также обычные граждане, которые ежедневно проходят по улицам, ежедневно заходят в магазин, если они видят эту ситуацию, то необходимо, естественно, обратиться в органы внутренних дел, сообщить о факте продажи несовершеннолетнему. Если человек не хочет или боится обратиться в милицию, хотя здесь ничего страшного в этом нет, то, по крайней мере, может сделать замечание реализатору и попросить прекратить совершать правонарушение. И еще напомнить, что все-таки за это полагается естественно, ответственность. За это существует это ответственность, так. Это нарушение административного кодекса, кодекса Украины про административные правопорушения, статья 156, часть 2, которая говорит о том, что нельзя продавать детям данные изделия, и штраф от 510 гривен и выше. Помимо этого еще Державна фіскальна служба України застосовує фінансові санкції к суб'єктам підприємницької діяльності. Тобто, віддільно привлекається і продавець, і віддільно привлекається хазяїн даного магазину. І там уже штраф 6800. Сергей Александрович, вы сказали, что сейчас очень остро стоит вопрос детского пьянства. То есть то, чего раньше невозможно было себе представить даже в страшном сне. Это получается, что дети покупают алкогольные напитки. Дети, ну что такое дети? Это от 7, ну или даже, ну вот допустим, от 7, когда они уже немножечко могут самостоятельно что-то мыслить, и до 15 лет, правильно? Ну, скажем так, нет, но несовершеннолетние у нас считаются до 18 лет, да, и поэтому запрещено реализовать данную продукцию до 18. Но вы сталкиваетесь, вы, наверное, если вы так говорите, что это очень острый вопрос, вы сталкиваетесь с этим постоянно, и с чем это связано, как вы полагаете? Ведь раньше такого не было, чтобы детское пьянство. Вообще ужас, словосочетание «детское пьянство», с ума сойти. Ну, скажем так, очень много факторов, которые влияют на те или иные процессы, в том числе и на детскую преступность, и также на, скажем так, употребление и табакокурение, и употребление алкоголя, и, может быть, даже и оно перерастет и употребление наркотиков, не дай бог. Ну, различные ситуации влияют на это, и социальные вопросы, и экономические вопросы в той или иной семье, также, скажем, вопросы действительно провождения, время провождения ребенка в свободное время, свободное от учебы, свободное от занятий дома, подготовки к урокам, это влияние улицы, это же и влияние, скажем, родителей, которые не всегда добросовестно выполняют свои родительские обязанности или же своими примерами учат детей употреблять данную продукцию. Подают плохой пример, да? Да, подают плохой пример. Вообще, я хотел бы сказать, что в этом году, вот на сегодняшний день, мы наблюдаем снижение детской преступности. То есть, допустим, если в прошлом году было 213 преступлений, совершенных несовершеннолетними, то на сегодняшний день, вот именно на сегодняшний день, 187. Ух ты, то есть тенденция к снижению. Тенденция уже есть положительный результат. Опять же, вопрос стоит в том, что это не такое уже и большое снижение. И, допустим, по количеству детей, которые принимали участие в этом преступлении, в этих преступлениях, то в этом году, на сегодняшний день, мы видим, что таких детей 122,
а в прошлом году 132, то есть всего-навсего на 10 детей меньше. Ну, вроде бы как и снижение, нет, но все равно... Мне кажется, все-таки это победа даже, что на 10 детей меньше. Ну, все равно, понимаете, 122 ребенка. Это их судьбы, конечно. Это их... Скажем так, желательно было бы, конечно, чтобы не было вообще. Чтобы, да? Не было тогда вообще, вы останетесь без работы. Ну, вас это не пугает? Так вот, вопрос детского пьянства. Дело в том, что из этих совершенных преступлений 10 фактов, когда дети совершали преступления в состоянии алкогольного опьянения. Понимаете, а употребление алкоголя и, скажем так, совершение преступления в состоянии опьянения, это всегда отягчающие обстоятельства. То есть в любом случае суд смотрит на то, что это, скажем так, отягчающие обстоятельства. Помимо этого, достаточно много зафиксировано административных правонарушений, связанных с употреблением детьми алкоголя или распитием спиртных напитков в общественных местах. Ну а средний возраст какой, вот когда дети начинают распивать? Ну, как правило, конечно, больше всего это дети от 15 до 18 подростки. Лет. Пиво в основном, да? Ну, как правило, начинают пиво. С пива. В основном, да, это пиво. И также вот на сегодняшний день уже зафиксировано, я уже говорил об этом, зафиксировано 71 факт продажи детям алкогольных и табачных изделий. Конечно, львиная доля этих фактов – это продажа именно пива. Ну, есть и сигареты, и слабоалкогольные напитки, в том числе и алкоголь покрепче. 40 градусов, да. Поэтому, скажем так, и если в прошлом году таких фактов было зафиксировано меньше, ну, допустим, сегодня, на сегодняшний день 71, то в прошлом году 51 факт. То есть мы уже видим на 20 фактов увеличение, скажем так, это как биться головой о стену, понимаете? То есть пытаешься объяснить, рассказать, что такое хорошо, что такое плохо. И проводим различные кампании и расклеиваем наклейки в магазинах о том, что если ты неполнолетний, то доведи, покажи паспорт. Или же тут детям алкоголь та тютюн не продают. И все одно мы видим такие факты. То есть вопрос о культуре. Вопрос совести, Сергей. Вопрос совести, да. Даже не культуры. Это уже вопрос совести. Вопрос совести, да. И, скажем так, тоже правосведомости, о которой я говорил. А скажите, пожалуйста, какая существует ответственность за вовлечение несовершеннолетних детей в какие-нибудь преступления или нарушения общественного порядка? Есть такая ответственность? Да, вовлечение детей в противоправную деятельность – это тоже, скажем так, наша линия работы, которой мы занимаемся. То есть это и вовлечение детей в преступную деятельность, совершение именно преступлений, а также вовлечение детей занятия попрошайничеством, занятия проституцией, участие в азартных играх, даже есть, скажем так, такая статья. Это все предусматривается статьей 304. Это уголовное, Уголовного кодекса, да, угу. Предусматривает 304. Это уже не административное, это уже идет уголовное. Также к этой категории можно отнести, в принципе, и залучения детей до вживания наркотичных засобів. Это часть вторая статьи 315 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи, они обе являются, скажем так, по градации тяжкими, и ответственность от 5 и выше лет лишения свободы. Поэтому... Вот если назвать все это, подытожить и назвать, это называется растление детей. За растление детей, мне кажется, это одно из самых тягчайших преступлений.
Даже если человек ничего не делает, но растлевает детей, то это... Я с вами, конечно, согласен. Это ужасно. Также и к этой категории можно и отнести вот эту 156-ю статью административного кодекса «Продажа детям алкогольных изделий» и 180-я статья административного кодекса, это «Доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения». И если будут зафиксированы три и более таких факта, то также возможно внесение информации в единый реестр досудебных расследований по той же статье 304 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает втягивание несовершеннолетних в пьянство. Соответственно, и хотелось бы сказать и статью 180 со значком 1, это нарушение правил пребывания детей в местах развожальных закладах. Угу. Тем более, сейчас мы опять же говорим о лете, да, будут работать увеселительные заведения, работать круглосуточно или до поздней ночи, поэтому... Ну, увеселительные заведения вы имеете в виду какие? Бары, рестораны, бары, кафе, ночные клубы? Бары, кафе, рестораны, ночные клубы. Где детям совершенно нет места вечером. Где детям, особенно после 22:00 часов, без сопровождения родителей, там не место. И, соответственно, законодательство говорит о том, что лица, которые допустили нахождение детей в этих заведениях, будут привлекаться к административной ответственности. Я говорю, статья 180 со значком 1, это совсем новая статья, которая недавно появилась в нашем кодексе Украины про административные правопорушения, и, соответственно, может быть, многие еще об этом не знают. Поэтому, опять же, обращаясь к нашим телезрителям, особенно к тем, которые связаны с этой деятельностью, хочу сообщить им, может быть, напомнить, что существует за данное правонарушение административная ответственность. Особенно это касается, скажем так, Березанского, Очаковского района, где на летний период времени мы ожидаем большое количество детей, потому что это Черноморская зона, где размещено очень много детских оздоровительных лагерей. И если в прошлом году у нас около 7 тысяч детей там отдыхали, то я думаю, что на этот летний период количество детей уменьшится, а может быть даже и увеличится. То есть вы ожидаете еще больше? Это не только дети нашего региона, но дети со всей страны. И приезжают люди со своими детьми, отдыхают и привозят детей, которые являются воспитанниками школ, интернатов, и к нам каждый год приезжают детки и с Львовской области, с Ивано-Франковской области, и детки с наших интернатов всей нашей области тоже отдыхают в Рыбаковке Березанского района. И, конечно, естественно, в летний период времени наше внимание в первую очередь будет обращено туда, там, где большое скопление детей. Но это не значит, что город останется без внимания вашей службы? Естественно, не останется. Да, потому что кто-то сейчас так услышит, думает, ага, они все туда, а здесь можно... Естественно, не останется, да. У нас запланирован ряд мероприятий. Это не означает, что мы будем именно в этих районах выискивать какие-то правонарушения или какие-то преступления. Нет, вы просто будете стоять мы на запланировали страже. Ряд мероприятий, в том числе проведение профилактической работы, проведение лекций, бесед, а также проведение различных игр, спортивных массовых мероприятий. Вот что интересно, Сергей Александрович, дело в том, что ваша служба никогда не стоит в стороне от общественной жизни, особенно той ее части, которая связана с детьми. Вы всегда как-то держите руку на пульсе детей.
И я думаю, что многие горожане, жители нашей Николаевской области это чувствуют. И вот 1 июня, если отдых летний, он будет послезавтра, то 1 июня – это практически уже завтра. Что такое 1 июня? Это Международный день защиты детей. Международный день защиты детей. И, да, конечно, к этому дню у вас тоже подготовлен ряд мероприятий веселых, зажигательных, но и воспитательных. Правильно? Да, конечно. И хотел бы объявить о том, что действительно 30.05.2015 года, то есть это завтра, да, на улице Советская в городе Николаеве у МВД Украины Николаевской области будет организовано праздничное мероприятие, приуроченное Дню защиты прав детей, в связи с тем, что первое число припадает на понедельник, и, возможно, многие родители будут на своих рабочих местах, поэтому мероприятие будет проводиться в субботу 30-го, для того, чтобы каждый горожанин и гости нашего города смогли прийти на этот праздник. Поэтому всех желающих приглашаю на улицу Советскую завтра. Праздничное мероприятие будет начинаться в 10 часов утра. Ух ты. Будут различные конкурсы, мероприятия, будет показ техники и но так вы далее. Вы делаете подобное совместно с естественно, службой это, чрезвычайных ситуаций? Да, это правильно организовано управлением областным, и поэтому будут привлекаться и различные службы органов внутренних дел, а также и представители управления чрезвычайных министерств, департамент чрезвычайных ситуаций УДСНС. Они также будут совместно с нами проводить данное мероприятие. Поэтому хотел бы всех пригласить, и приходите, пожалуйста, и самое главное, берите родителей, вместе, да? Да, празднуйте вместе с нами этот праздник. Да, и у вас хорошее такое название этого праздника — «Милиция – ваш помощник». Милиция. То есть милицию не надо бояться. Да, Сергей Александрович, не надо милицию бояться. Милиции нужно доверять. И милиция действительно является помощником, ну, во всяком случае, ваша служба, криминальная служба по делам детей. Да, криминальная милиция по делам детей уже отходит от карательных, скажем так, карательной работы, а уже как привлечение к ответственности, как, да, больше уже в первую очередь это профилактика недопущения совершения детьми правонарушений или же недопущения фактов совершения правонарушений в отношении детей взрослыми лицами, втягивание их в ту же преступную деятельность и так далее и тому подобное. Поэтому в первую очередь это профилактика. Ну, если можно так коротко, то службу, криминальную службу по правам детей можно разделить вот так, что с одной стороны стоит на страже защиты детей, а и еще один аспект – это воспитание. То есть предотвращение. Конечно, и воспитание. Да. Воспитание, проведение лекций, бесед, доведение детям о вопросах ответственности административной, уголовной, не только в процессе беседы, но и в процессе, скажем так, игры там, всевозможных квестов или каких-либо других спортивных мероприятий. Что такое квесты, простите? Ну, это такая вот игра, которую мы вот в этом году уже провели совместно с общественной организацией. Скажем так, пробную игру на базе 40-й школы города Николаева в Корабельном районе. Это игра, где дети отвечают на различные вопросы, то есть есть различные локации, по которым они передвигаются.
скажем так, различные команды соревнуются между собой. В каждой локации им ставятся определенные задачи, где они, допустим, или решают их эти задачи, или отвечают на вопросы, или рисуют, или еще что-то в этом роде. И, соответственно, набирают определенные баллы. И потом по результатам этих баллов, кто первый пришел на финиш мероприятия и набрал самое большое количество сумму баллов, тот и является тот победителем. И является победителем. Да. Сергей Александрович, все, мы, время наше уже истекло. Спасибо вам большое, что вы были у нас в студии, что вы предупредили, вразумили. Я надеюсь, что те, кто хотел, те вас услышат. Ну а те, кто не услышал, тем вы постучите и напомните, что все-таки милицию нужно слушать. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был старший оперуполномоченный в особо важных делах сектора криминальной милиции по правам детей МВС Украины в Николаевской области Сергей Демидов. Я еще раз поздравляю вас с окончанием учебного года. Завтра на Советской праздник. Приходите, берите детей, приходите, отдыхайте, и все будет хорошо, поверьте мне. Це була розмова на тему. На все добре.